Всем привет, мои дорогие, вы на канале Джуси Гуси, меня зовут Иван, и мы с вами продолжаем прохождение Fallout 4. Как видите, Макриди я нашел. Макриди я нашел, но почему-то он теперь ходит с пистолетом. За патрончиками в ядер мир сгонял, целое состояние дал. Немножечко решил вкачать калаш, нацепил этот прицел. Не знаю зачем, потому что какая-то здесь очень мелкая точка, и я потом вспомнил, что, скорее всего, я тогда и, ну... снимал его из-за этого. Ну ладно, он уже с нами. Мы сейчас посмотрим, что здесь вообще будет, что куда происходить. Тихо. А, прям над нами. Прям над нами враг. Ну, прям над нами мы ничего не сделаем. Мы идем под ними. Они над нами, мы под ними. Ну, слушай, посмотрим, как Макриди будет стреляться с 10-миллиметровым пистолетом. Может быть, даже эффективнее, чем со своей винтовкой. Потому что как-то с винтовкой он вообще бесполезен. Я слышал голос штурматрона. То есть здесь у них где-то чисто технически есть штурматрон? Патронами я запасся. Вот целую гору с собой ношу. Целую гору патронов с собой взял. Там 2 или 3 тысячи. Точно на пару серий хватит. На пару серий мне точно хватит определенно. О, он взял себе обычную винтовку свою в руки. Давай, снимай, они над нами. Стреляй по ним. Я пока здесь залутаюсь, а ты пока по ним постреляй. О, боевая броня, лазерный пистолет. Прекрасно, то, что мне нужно. То, что мне сейчас доктор прописал. А где сиренка? По-тихому, чтобы сигнал, эту тревогу, чтобы не подняли, мы отключим это. О, боевой карабин, забираем, конечно. Боевой карабин, конечно, звучит интересно, но он настолько с такой сильной отдачей, что им вообще невозможно пользоваться. То есть калашом попользовался, и ты понимаешь, что ну вот это оружие. Вот это да. А, подожди. Я чуть без лифта не остался. Макриди, едем вверх. Я не знаю, мне, наверное, кого-то здесь нужно убить. То есть, чисто технически, я мог и без Макриди сюда прийти. Но... я сейчас это так и сделаю. Он будет внизу вон болтаться. Он со мной не поехал, дурачело. Ладно, я один справлюсь. А чё, все? Мы не приехали? А, двойной уровень здесь у них. У них там кто-то в силовой был. А калаш такой зверь, что я разобрал и так. Тихо. Бам. Выполнено. Убить Барнса. Хорошо, Барнса убили. Второго надо будет потом убить. Да, у них есть штурматрон. У них есть штурматрон. Я не ошибся. Так, спокойно. Ой, мы здесь сейчас залутаемся. Будет. Я целое состояние отдал на эти, за эти патроны для калаша, чтобы так вот красиво ходить всех убивать. Так что мне определенно надо будет все у них забрать, все, что я смогу продать. Все, что стоит денег, все, что я утащу на своем горбу. Ага. Они каждый ходит с классной пушкой. Каждый. Бутылка с коктейлем молотова забираем. Если честно... стрелки мне как организация нравится. Мне нравится с ними сталкиваться, потому что у них обычно хорошее вооружение, и ты можешь неплохо у них залутаться. Особенно в начале игры. Я понимаю, что это выглядит, что их, ну, для начала их нужно убить, постараться, но даже в начале игры я с ними справлялся. Понятно, что сейчас это уже просто развлекуха с калашом. А, нос чешется. Нос чешется, просто кошмар. Но все равно прикольно. А, блин, зачем мне пистолет, я не знаю. Зачем мне автоматический 10-миллиметровый пистолет? В начале игры это еще бы имело смысл, сейчас уже давно не имеет. Пойдем с финальным разберемся. Он, кстати, не красный, то есть он вроде готов на диалог. Попробуем с ним пообщаться перед тем, как убить. Что же он мне предложит? Что-то он должен предложить. Он должен что-то мне сказать, такой типа, давай я тебе заплачу. Да? Ты хочешь мне это предложить? Стопудово. Ты извини меня, но здесь как бы чувак ходил с чем? С пушкой Гаусса? А зачем тогда ему 2-миллиметровые были эти? Я перевесился. Уинлок. Прошу прощения. Проваливай. О, ты что, не хочешь разговаривать? Сам? Ну, был шанс пообщаться. Пообщаться был шанс. Я готов был тебя выслушать, но ты решил сказать проваливай. Теперь стрелки будут знать, что ко мне лучше не лезть.
Стрелки не станут мстить, еще больше разозлятся, прозрачно намекнул. А по-моему, они еще больше разозлятся. Поверь мне, я их хорошо знаю. Стрелки по всему проходят с деловой точки зрения. Они потеряли целый форпост, это им дорого обойдется. Кроме того, они же не знают, что это моих рук дело. В любом случае, я перед тобой в долгу. Ты мой наниматель, а получилось, что это я тебе подкинул работенку. Можешь вернуть мне свой гонорар. Конечно, лучше с выигрыш. Пожалуй, так будет честно. Тебе же тоже пришлось рисковать жизнью. И не волнуйся, я останусь с тобой, говорю с договором. Вот теперь мы в расчете. Не, Макризи, ты сейчас в Сенчури отправляешься. Вроде разобрались, ну веди, босс. Нет, ты отправляешься в Сенчури однозначно. Да, я у тебя заберу, что там у тебя полезного есть. Я хочу Кюри тогда обратно взять с собой. Я хочу взять Кюри, ты мне это не сильно нравишься. Оставляй себе, так уж и быть, амуницию, я разрешаю. Я разрешаю тебе ее носить на себе. Так, убежище 95. Нет, мне нужно не в 95-е, а во, в силовуху. А, 88 это я его строил. Подожди, где убежище с... Во, 81-е. Мне Кюри надо забрать. Я хочу забрать Кюри, я хоть каждый раз и ставлю ей, чтобы она шла в Сэнчури, она все равно возвращается в свое убежище. Не знаю, почему так работает, но это было, кстати, и в предыдущие мои прохождения, то есть я с этим не первый раз уже сталкиваюсь. Мне главное сейчас дотянуть хотя бы до торговца. Мне хотя бы дойти до торговца, продать все лишнее, что я нахватал, немножко крышек заработать, потому что, если честно, я потратился на патроны, я потратился нормально. В детстве я жил рядом с убежищем, от этого остались скверные воспоминания, которые никак не выкинуть из головы. Ай, буду идти так. Все, буду идти так. Мы будем идти очень долго. Нам по факту до лифта чисто дотянуть. Слушай, а есть какие-нибудь препараты, которые очки и действия восстанавливают? Только без глупостей. Ребят, я у вас уже столько раз был. Я уже столько раз вас выручал. Что? Какие глупости? Вы о чем? Никаких глупостей, серьезно. Мне вообще ваше убежище мне нравится. Это прикольная локация, это убежище, которое сохранило свой функционал, функционирует дальше. И в котором не прошел эксперимент. Кстати, по поводу экспериментов и зачем вообще их проводили. Я недавно только прочитал не то чтобы теорию, а скорее всего вообще полностью подтверждающую вот это вот все. Почему в принципе Волтек занимался этими исследованиями и экспериментами. Это все для того, чтобы улететь в космос. Это все только для полета в космос было сделано. Все. Поэтому все эти эксперименты, психологические, химические, зависимости, со всякими воздействиями другими. Все, чтобы полететь в космос. Представляешь? Офигеть, может. Я сейчас скину лишнее, просто чтобы мне не занимал вес, если что. И куплю каких-нибудь других патронов у нее. Зря, что ли, я набирал себе. Блин, боевой брони. Ай, все, продаю. Я возьму патронами. Я возьму любыми патронами, потому что я когда был в этом. Я когда был в... В ядермире я, конечно, продавал... Вот там ядерные блоки мне пришлось продать. Давай ядерную батарею возьмем. Топливо для огнемета, сигнальную ракету, пушечное ядро. А потом будем все просто продавать. То есть я добра ей принес столько, что у нее патронов столько нету, чтобы мне отдать. Ну вот. Ну вот, вот это уже вот. Нормально. Или я ей заплатил. Ай, ладно, все. Живи счастливее. Так, живи счастливее, представь. А я вообще за Кюри прибежал, за Кюришечками. За моей Кюрюшечкой. Кюрилинг. Я не знаю, как еще ее назвать ласково. Где она? Верните моего лучшего компаньона в этой игре. Кроме псины. Псина вообще топ-1. Ну вот она. Стоит, курит, моя хорошая. Курить здоровье вредит, Кюри. Что-то хотели в мусье путешествовать вместе. Мне хотелось бы снова путешествовать с тобой. Тогда пойдемте. Макриди, иди в Сенчури. А я и забыл, что ты ходишь у меня с этим карабином. У тебя еще завалено все, ёпта. У тебя вообще все завалено. А ты неплохо веса тянешь на себе. Ладно, давай заберем все это и сейчас продадим тоже, скинем, обменяем на что-нибудь. Вот зря, конечно, я зря забрал этот. Зря забрал у нее стимуляторы. Она может себя лечить этими стимуляторами.
Возьми себе штучек 20, наверное. Она же в бою тоже может ими пользоваться. Без меня даже. Все, погнали, Кри. Так, что у меня по заданиям? Куда погнали-то? Дальняя дорога. Продолжит путешествие с Макриди. Бля. У него еще какие-то квесты есть. Да нет, ну ёпта, я только пришел забрать Кюри. Кюришечка хорошая моя, придется тебе пока еще здесь потусоваться, пойду за Макриди. Откуда я знал, что надо продолжать путешествие с Макриди? А хотя, да пошел он, все, не хочу я, погнали, угрожают рейдеры, надо защитить трейдеров. Мы сейчас с Кюри как бы вспомним вообще, что такое работа в команде, немножечко притрёмся друг к другу. Или Макриди можем перехватить. Ладно, Макриди. Вот ты где, я уже думал, ты меня так и бросишь. Ну пойдем, у тебя есть еще... Я знал, что ты без меня никуда. Кири, прости, пожалуйста, любовь моя. Ну, придется мне немножечко пока походить еще с Макриди. Ну ты сама видела, есть дальше квест. Я думал, все, квест пройден. А тут, оказывается, продолжайте путешествие с Макриди. Тут, получается, надо дальше улучшать с ним отношения. Погнали чем-нибудь позанимаемся. Так, давай я тебе тоже продам... Вообще все, что мне не нужно. По 6 лазерных пистолетов. Зачем мне столько? Откуда я вообще их все взял? О, очки в черной оправе, кстати, у меня двое. Ну, одну забирай. На самом деле, очки в черной оправе вообще нечего находить. Так, косарь 300 ты мне должна. Да, я лучше патронами возьму. А, патронов вообще почти не осталось, да? Давай хлам тогда, что поделать. Глобус. О, груз бетона. Груз. Давай керамики, точно нужна керамика. Медь. А, нет, я не буду тебе платить. 600 крышек отдай, ну конечно. Конечно, размечталась. Где разные мои? Во, хлам мне нужен. Блин, грусть. Давай так, по мелочи наберем. Я боюсь, что мне все равно придется что-то у нее груз какой-то покупать, потому что денег она мне должна просто. Партия оптоволокна, косарь. Зачем мне пачка сигарет? О! До свидули, дули. Теперь до свидули, дули. Ладно, но все равно нам нужно продолжать путешествие с Макриди, но нам нужно что-то делать. Поэтому поедем в Техплицу, защитим их от рейдеров. Поехали. Макриди, ты где? Давай, Комтюмир, погнали. По коням. О, фонарь включил. Очень жаль, что Киришечка не получилось взять с собой. Очень жаль. Хотелось. Кюри мне больше всех нравится. Самый крутой напарник из всех. Мы защищаем убежище, да? Да что ты говоришь такое? Не может такого быть. Так защищали, что я сюда смог зайти. Ну ладно, у меня был пибой. У меня был пибой, как бы, ладно, сделаем им скидочку на это. Сделаем скидочку на то, что у меня был пибой. О, торговец. Это же это, шизанутая с кучей оружия. Крикет, вспомни. Да крикет, ёпта, я ж пришел поговорить. Показывай, что у тебя есть за пушки. Очень странно, что она, будучи наркоманом, вообще ведет дела. Вообще, ну как, я не представляю. Уже давно должна была сторчаться и вообще забыть, что такое эти. Жми и молись. Классно. Пули взрываются при попадании на себя. Ну, блин, косарь 400. Ну, это можно по угару, конечно, купить потом. Ай, да господи. Я все это оружие вообще во всей этой игре уже 350 тысяч раз видел. Макриди, погнали. А, куда мне? В какую теплицу? Где она? Ой, ёт, ничего себе. Теплица Гринтоп. А там, случайно, не роботы работают? Нет? Должны роботы? Нет, не робот. Может быть, робот. А, не роботы. Ну, вот тоже хорошая теплица, кстати. Прошу прощения. Тебя прислали митмены?
Я босс минитменов. Да, меня прислали вам на подмогу. Что у вас случилось? Нас никак не оставят в покое эти рейдеры. Они крадут у нас еду и припасы. Грозятся, что убьют нас, если мы не будем им платить. Мы не знаем, где их логово, но нам с такой бандой тягаться не по силам. А, мы знаем, где их логово. Не волнуйся. Не волнуйся, я разберусь с этими рейдерами. Хорошо. Мы бы уже знали, что... Мы уже не знали, что делать. Погнали. Рейдер, ёпта, сейчас покрошим. Покрошим винегретик. Тем более рейдеры, даже не супермутанты. Супермутанты опаснее. Ну, как, хоть какую-то там опасность представляют для меня. А, о, что такое? Ты чё, на ровном месте почти хп не осталось? Это что было такое? Это что за чудеса? Это что за чудеса программирования? Скорее всего, мне засчитало, что я откуда-то падал. Далеко бежать вообще? Вот я вот побежал так смело, а далеко... Ну, нормально, недалеко. А что там за значок радиации вообще? Дыра Хьюга. Я хочу в дыру Хьюга сходить. Надеюсь, Хьюга не будет против. Потому что мы уже двигаем. Я уже вышел, все. Меня не остановить. О! Ну не этот супермутант не представляет опасность. Я именно про камикадзе говорю. Отлично, Макриди, все нашлось. Все, что мне нужно было, я все нашел, я все забрал. Припрятал уже в карманах лежит. Уже давным-давно потрачено даже. Пущено в оборот. Здесь гули живут. Правильно, да? Гули живут. Я помню локацию уже наизусть. Да, да, да. Здесь радиоактивный бассейн, я помню. Мы уже, кстати, достаточно близко. Вон уже появился этот значок радиационный. Эх, придется поплавать немножко в грязной водичке. На стопудово радиации фонит. Стопудово. Удивлен. Удивлен очень сильно. Очень сильно удивлен. Так, что у нас тут? А, это карьер. Да мы тут бывали уже. Мы тут уже бывали. Выключи фонарик. У них есть даже этот силовой чил. Я попадаю... Не, не попадаю, кстати. Давай. Макриди, ты что же снайпер? Поработай немножко. Давай, в паре снайперов постреляем. Бэм. Главное, что я снял этого в силовой броне. На, без ноги. Походишь немножечко без ноги. О, кто там с фонариком бегает? Ты чё? Сука. Тихо, тихо, тихо. Кто? С минигана кто-то пошел садить по мне? А, ты. Ну ты хотя бы фонариком прям не подсвечивала себя, ну серьезно. Хоть какая-то надежда у тебя была скрыться. Ну? Голову бам. Блин, да даже на геймпаде выдаю, представляешь? Даже на геймпаде выдаю со снайперки. Где ты? Давай, вылазь. Мужик, как детей разбираю. Все? Да, все закончились. Я хочу пойти посмотреть, с чем там ходил этот чувак в силовой броне. А, это не туда. А, нет, туда. Мне нужно просто вниз спустить. Бля, с пулеметом. Ну, со штурмовым карабином. Ну, что-нибудь поинтереснее не могли, нет? И каски только вверх смотрят. Кожаная, так, боевая, боевая нужна. Боевая, все, боевую не берем. Другие, кроме боевой, даже нет смысла рассматривать. А нужно собирать, нужно собирать. Мне нужно как-то прибарахлиться немножко крышками. Есть офигенный способ, мне друг рассказал. Строишь поселение возле, на воде. То, что был источник к воде, к любой. В замке самое лучшее место, там воды дофига. Строишь очень много водочистительных станций. То есть вот прям дофига, вот всю площадь застраиваешь. Когда в поселении излишек воды чистый,
Он ее складывает в этот в верстак. И все, у тебя дофига чистой воды. А чистая вода стоит денег. Я до сих пор никак все никак не проверю. Надо будет сбегать, проверить. Потому что, ну, приток чистых крышечек мне как бы вообще не помешал. Не помешал бы. Блин, зачем я шашлык этот взял? Ладно. Кожа мне не нужна. Блять. Иди сюда, Макриди. Мы немножко прибарахлились, хотя бы отбить эту перестрелку. Хотя бы вот эту перестрелку как-то немножко отбить. Все? Все, серьезно, Макриди, блядь. Зачем я тебя с собой ношу? Я не понимаю, зачем. Ради квеста, только ради квеста, ради контента. Мне еще ниже нужно спуститься куда-то. Погнали. Идешь? Макриди, блядь. Сюда иди. Сюда, блядь. За мной давай. А мы здесь были, нет? Я вроде бывал в этом карьере внутри. Погнали. Ой, погнали, 20 минут уже. А ладно, погнали. Немножко чуть больше серия будет чуть-чуть. Самую малость. Самую малость будет серия побольше. Сейчас с рейдерами разберемся и закончим. Тут что тут осталось? Тут найти их, вон, дойти и убить, все. Силен был, долго выдержал. Ой, дали уровень. А, лампу не разберешь, да? Лампа прям в меня светит, мне очень неудобно было стрелять. Погнали, 50 метров всего лишь. Это обычная зачистка ради... Просто зачистка ради зачистки. А чё вы каски свои не подключали? Я тоже, блядь, гранат умею кидать. Ну какие живучие два рейдера, а? А, ну это рейдер-босс. Это рейдеры-боссы. Да все равно я живучий. Я все равно живучий. Гораздо. Погнали дальше. Так, а где я? Куда? Чего? Кого? А, вот и проход. Вот и проходец. Смерть. Можно было бы, конечно, по приколу... Что сделать? Ой, отскочила. Подожди. Пошла гранатка. Просто забросать гранатами вот в это вот помещение и все. Они сами в яму залезли, я не знаю зачем. Пошла гранатка. Чувака бедлам зовут? Ладно, пойдем доберемся до него поближе. Так, Макриди, крой сверху. Держи позицию, ты снайпер. А, ты решил подняться ко мне, да? А с чем ты ходишь? Нихера себе, термооптический. Вот такой вот весь из себя штурмовой карабин. Макриди вами восхищается. Это замечательно. А, ну, то есть, все. Я говорил, мы разберемся с рейдерами, заканчиваем серию. Серию заканчиваем. Спасибо, что досмотрел. Надеюсь, понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного, наилучшего. Счастливо, пока и до свидания.